Сейчас мы будем делать очень вкусный и очень сытный салат с кальмарами. Для этого нам понадобится 700 грамм кальмаров у меня здесь, 5 яиц предварительно уже отваренных, сваренных, 2 луковицы, 2 морковины, укроп, кукуруза и майонез. Итак, погнали! Кальмары ошпариваю кипятком, чайник только закипел у меня. Чтобы снять эту пленочку хорошенечко, дам им постоять буквально несколько минут. Видите, пленка буквально сама уже с них слазит. Некоторые делают так, ошпаривают 3 раза кипятком и все, и не варят. Я их варю буквально 1 минута после закипания. То есть, кому не нравится, можете делать по-своему. Но я считаю, обязательно их надо 1 минуту проварить. Не больше, иначе будут резиновыми. 1 минута более чем достаточно. Итак, пока кальмары у нас буквально минуточку постоят, занимаемся луком и морковкой. Морковь я потерла на терке, лук мелко порезала. Сделала, конечно, я все это не за 1 минуту. Сделала я это все заранее, и сейчас мы это все будем обжаривать на сковороде. Итак, обжариваем на сковороде лук до золотистого цвета и следом морковочку туда же. Я делаю все это одновременно, перемешиваю, и получается нормально. Вот так вот у нас все тушится, обжаривается. И потом добавляется в салатик. Кальмары пока у нас варятся. Точнее, еще даже не закипели. А пока можно заняться нарезкой яиц. Яйца я нарезала, сделала это не сильно мелко, потому что превращается все это в кашу. Ну, вот такие вот получились у меня. Такая нарезка яиц. Итак, достаем наши кальмарчики. 1 минута после закипания. Все готово. И вот сюда их. Идите-ка вы сюда. Так, так, так. У нас тут 4 штуки. Потом промыть их холодной водой. Внутренности я уже вычистила. Пленочку убрала. И, в принципе, все. Можно будет их нарезать для нашего салата. Теперь будем нарезать наши кальмары. Я делаю вот так вот. Разрезаю вот здесь и вот здесь. И нарезаем соломкой. Итак, все у нас готово. Теперь мы это дело все всыпаем в 1 миску, тарелку, кому как нравится. И заливаем майонезом, даем немножечко постоять и наслаждаемся. Начали. Лук, морковочка. У нас идут сюда. Потом наши вкусненькие кальмарчики. Так. Яйца. Кукуруза. Сладкая кукуруза. Сейчас мы все это перемешаем, добавим укропа. Ну и майонез заключительное. Вот у меня вот делаю это в кастрюле просто потому, что получилось так немало получилось. Желающих все это съесть будет тоже достаточное количество человек мужского пола, поэтому приходится делать таким небольшим тазиком, кастрюлькой. Так, посыпаем сверху укропчиком. У меня он, кстати, посмотрите, замороженный такой, потому что сейчас не сезон, и всегда морожу укроп. Это очень-очень удобно. Кстати, можно сначала майонезом, а потом укропом. Вот, да. Я сделаю и так, и эдак. Сколько надо майонеза, я не знаю, потому что у каждого свои пристрастия. Кто-то любит побольше, кто-то любит поменьше. Поэтому вы смотрите сами, как вам больше нравится. Вот такой вот салатик у нас получился. Подробный рецепт будет под видео в описании. Если кому понравилось, ставьте лайки, не жадничайте. Добро к вам вернется. А я желаю всем удачи и приятного аппетита. Пока-пока.